Всем привет, с вами Женя Марс. Сегодня я приехал на заброс в Горбунки. Я здесь уже был, помните, перед Новым годом, который кусок у меня не получился. Так вот, приехал я сегодня не один, а приехал со своим очень смелым корешком. Йоу! Короче, я научил его, кто не узнал, как тебя зовут? Тот не узнал. Короче, я учу его альпинизму. Он уже на самом деле очень быстро научился. И даже вывесился на пятиэтажке. Ну, это 5 этажей, короче, вниз. Не зассал, красава. Делает кусок. Я пока, короче, делаю звездочку и слежу за ним, чтобы с ним ничего не случилось. Вот, сейчас спущусь вниз и подсниму, как он рисует. Е-бой. Мы имеем одну проблему, дружище. Какую? Тут это, Гриша, не в ту сторону, понял? Ну, вот, учись, всякое бывает. Так, я по-быстренькому сделал очередную звезду. Хром красный-белый по классике. Процесс не снимал, потому что хочу подснять совера, как он висит и делает свои куски. Йоу-йоу-йоу. Сейчас пойдем вниз. На самом деле, чувак красавчик вообще. Кстати, банка Cobra Low. Сейчас я ее оставлю. Так, это 5-й этаж. Поднимемся на самый верх. Аккуратненько здесь. Очень много арматуры. Прикольные куски, кстати, какие-то старые висят. Ну и, собственно, вот здесь я ее и оставлю. Вот, кто хочет, может приехать забрать. Пусть лежит. У нее что-то с ней с клапаном. Короче, там еще есть краска, но я бы не рисковал рисовать. Все течет, короче, он все руки белые. Короче, сейчас пойдем вниз. Подснимем, как рисует совер. Йоу. Вот совер. Льет с двух рук. Красава. На самом деле очень редко кто с первого раза. Мы сегодня первый день висим на веревках с ним. Я его научил. И редко кто с первого раза уже увешивается и что-то делает. Обычно заканчивается это все тем, что пару раз человек вывесился. И на этом все. А совер красава рисует. Сейчас рисуйте еще спустимся. Рисуйте граффити, пацаны. Йоу. Сейчас еще спустимся вниз, посмотрим, что он там сделал. Я вижу, что-то золотом, красным делает. Красавчик, что? Ну что, по красоте получается. ТО. И, видимо, S будет внизу. Красава, чё. Даже я еще не делал кусок с веревок. Но, наверное, рано или поздно сделаем. Так, а зачем я на самом деле его учу всему этому делу? А мы, когда тепло будет, наверное, поедем на Кировский завод. И там на веревках будем делать кусок. Ну или на какое-нибудь другое место, но точно куда-нибудь поедем, 100%. Вот. И совер очень просил меня научить его работать с веревок. Собственно, вот я его и научил. Спустился совер уже на следующую плиту, делает последнюю букву. Уже низко на самом деле, второй этаж. Второй, третий, четвертый получается. Но там, где было высоко, было круто. Не каждый сможет вывеситься в первый же день на 5-й этаж. Реально страшно.
Левый-то заливать нормально. Левый заливать-то нормально. Заливать-то ума много не надо. Это да. Я думал, ты быстрее сделаешь. А? Я думал, ты быстрее это сделаешь. Да слушай, у меня больше спуск по веревке. Кусок-то я быстро. Тут еще лишь. Мне заебно было банками перебирать, потому что у меня банок было в сумке больше, чем места, понял? Ага. А теперь-то. Вот и как это. Вот так вот. Погоди. Все нормально? О, вот так. Одна команда. Все, готово? Нет. А, ты еще контурить будешь? У меня еще фишечки. Все, отпускай. Вот такие дела. В общем, сейчас он дорисует, и мы подснимем, что получилось. Вообще огонь, мне нравится. В следующий раз будем в два жала рисовать. Два куска рядом. Не знаю, как это провернуть. Ну, снаряга, две снаряги нужно. Ты знаешь, где взять две снаряги? Да, в общем и целом, да. В магазине за много денег. Че, кусок уже почти готов. Не, ни хера, слышь, это дело, в принципе, никаких ног. Ну хорошо. Блин, здесь хоть ветра нету, прикольно. Я там стоял наверху, просто ветрюган лютый. За что ты там? За дырочку зацепился? Нет, смотри, то есть она... Да, за... Ой. Я понял, ты раскачиваешься и просто руку на одном месте держишь и рисуешь. А линия, да, ведется. Так и работать иногда прикольно. Руку поставил на стекло, раскачался и все помыл. Финальный аутлайн, и все, кусок готов. Все, готово.
Ну что, вот такой день у нас сегодня. Научили. Йоу, йоу, Марс, о, отлично, респект. Научили Совера, короче, рисовать с веревок. Сам порисовал немножечко, но на самом деле главной целью было научить, что, собственно, нам сегодня и удалось. Совер сделал кусок, я думаю, он будет пищать еще пару недель. Всем своим корешам расскажет все дела. Я нарисовал кусок с веревок, йоу-йоу-йоу. Короче, крутой день сегодня был у нас. Подписывайтесь на мой канал. Мы скоро сделаем, ну, когда тепло уже будет, наверное, март, апрель, сделаем совместный кусок с веревок, будет круто. Так что не отписывайтесь, подписывайтесь, ждите наш совместный кусок с веревок. А с вами был Женя Марс и Совер из Горбунков. А, кстати, еще у Совера осталось две банки Шварц и Оранж. 600-ка, я ее положу туда же, куда положил кобру. Так что приходите, и там будет вас ждать три банки. Всем пока.